В Южно-Казахстанской области задержали троих полицейских, снявших на видео обнаженную пару в машине. Стражи порядка Махтаральского района подозреваются в вымогательстве $1000 у героя видеоролика. Герои скандального ролика сразу подали в суд на полицейских. Около 3 недель стражи порядка не являлись к следователю на допрос. Двое из них после переполоха взяли больничные, а третий вовсе ушел в отпуск. Но избежать ответственности им не удалось. Расследованием занимается Управление собственной безопасности Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области. В отношении сотрудников было возбуждено уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Превышение должностных полномочий». Все трое полицейских на сегодняшний день уже уволены из органов внутренних дел, находятся под стражей.